Привет вам от «Вкусно дома»! Сегодня готовим праздничную версию салата «Цезарь». Такой обновленный вариант привычного салата станет лакомым украшением вашего новогоднего стола. Так что помните, что на 20-й секунде видео у вас есть готовый рецепт блюда. Скоро праздники, и наилучшим подарком для меня будет подписка на канал. Всех обнимаю! Итак, для начала нужно помыть и обсушить листья салата. Я взяла готовый микс для Цезаря. Теперь беру помидоры черри, или же любые другие мелкие помидоры, и разрезаю пополам. Для классического соуса «Цезарь» нужно варить яйца всего 1 минуту. Затем разбиваем их, а также извлекаем свернувшийся белок при помощи чайной ложечки. Такой стаканчик получился, прям жалко выбрасывать. Теперь нужно хорошо взбивать их на протяжении 5 минут. Добавляем зубок чеснока. Столовую ложку винного уксуса. И 2 чайные ложки вустерского соуса. И продолжаем взбивать еще 2-3 минуты. Теперь нужно порционно вводить растительное масло. Добавляем соль и перец по вкусу. Если хотите, чтобы соус был гуще, нужно дольше взбивать. Вот мне кажется, я немного недостаралась. Теперь берем куриное филе, нарезаем полосками. И обжариваем курочку. Добавляем специи по вкусу. По готовности снимаем с огня. Теперь берем хамон и мелко его нарезаем. И его тоже обжариваем до золотистой корочки. Далее займемся сухариками. Берем батон и нарезаем его кубиками. Добавляем столовую ложку сливочного масла и отправляем хлеб сушиться на среднем огне. Желательно постоянно помешивать, чтобы не подгорел. Также добавляем специи по вкусу. У меня здесь паприка, перец, хмели, сунели и базилик. Как говорится, все, что дома было, то и добавила. Как только услышите характерный шелест сухарей на сковородке, пора снимать с огня.
Теперь натираем пармезан на мелкой терке и начинаем собирать в кучу салат. Отправляем курицу к овощам и перемешиваем. Далее оформляем салат уже для каждой порции. Щедро поливаем соусом. Добавляем хамон. Сверху выкладываем сухари. А в завершение посыпаем все пармезаном. По желанию, можно еще раз полить все соусом. Получился вот такой роскошный салатик. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.